Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. И в этом уроке я покажу вам еще один виджет, который подойдет вам в качестве бэкграунда. Данный виджет делает вот такие вот цифры плавающие. И если я буду вести мышь, то за мышкой тянется вот такой вот шлейф из цифр. Очень интересный вариант. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. Он встает сразу по ширине в 100%. И давайте посмотрим настройки. Первый цвет Color – это цвет наших цифр. То есть единый цвет для всех цифр. Мы можем с легкостью заменить цвет на свой. Следующий идет Number Size. Это идет размер цифр. Здесь можно вот либо стрелочками управлять, либо просто выделить и вписать какое-то свое значение. Дальше мы виджет можем за ползуночки растянуть, сколько нам нужно, переложить назад. И давайте посмотрим, что у нас получается. А у нас с вами все получается. Вот такие вот зеленые цифры. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте, ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!